ЧП произошло в селе Сосновый Лог. В поле обнаружили трупы 5 коров, еще 2 удалось спасти. Животные лежали рядом с лужей. Местные жители предполагают, что виной всему сельхозпредприятие, которое недалеко от пастбища, работало на поле. Обрабатывали поля орбита, яд какой-то, чем они вот обрабатывают поля. Вот как сливали это все, и там образовалась лыва. От чего они, коровы? Они моментально пили из этой лывы, и там же валялись. И вокруг этой лывы все сгорело. Мы работаем там не одни на территории данного муниципального образования. Угу. 3 или 4, кроме нас. И все работают тоже химией. Кто это сделал? У нас строго проинструктированы, что выливать можно, что нельзя выливать. Все предупреждены, все материальные ответственности. До вот случая, когда произошел этот случай, мы там не работали, отследили, значит, все это, значит, проверили уже на 100 раз. Районные правоохранители по этому факту начали проверку. Пробы воды, почвы и биоматериал уже отправили на исследование в новосибирскую лабораторию. Результаты экспертизы станут известны через неделю. Они прольют свет на причину гибели животных, а также помогут установить виновных. Глава Кытмановского района данный инцидент держит на особом контроле.